Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами, как всегда, Антон Холкин. И сегодня я предлагаю разобрать вместе со мной песню группы «Аукцион», которая называется «Солдат». Ну, как обычно, вначале я исполняю песню, потом разбираем ее аккорды, бой и все остальное. Также под видео в описании будет текст и аккорды этой песни. Ну, начнем. Давайте разберем аккорды этой песни. Значит, вначале играется проигрыш, который играется вот следующим образом. Значит, это у нас фа диез минор и ля мажор. Два аккорда. Ну, ля мажор можно брать здесь.
допустим, или вот так. Вот, это повторяется три раза, получается. Два аккорда эти чередуются. А на четвертый раз опять фа диез минор и ля мажор, но потом фа диез минор и сразу си минор. Вот, это как бы проигрыш, который повторяется в начале два раза. Потом пошел куплет. Куплет также на этих аккордах. Добрые люди. Вот, повторяется как бы два раза. Потом фа диез минор. Не понимают. Ре мажор. Опять фа диез минор и си минор. То есть получается. Добрые люди. Не понимают. Вот. Потом то же самое повторяется еще раз. Правда не жизни не знаю. Потом остаемся на си миноре. Минные и так, си минор, ре мажор чередуются два раза. Минные поля. Потом соль мажор. Злые поезда. И опять вот этот проходик. Спи сюда. Потом ре мажор, от темна и до темна, это у нас до диез мажор, от темна и до темна, опять стало все равно, и то же самое. Потом опять, а война, ре мажор, до диез мажор, ну что война, коль заведено. И опять то же самое. То есть чередуются все время вот эти вот, получается, два аккорда. Фа диез минор и ля мажор. Вот, ну, как бы дальше все там по этой же схеме. Куплет, припев, проигрыш. И в конце, когда вот это идет. То есть первая часть также. Фа диез минор и ля мажор. Вторая часть си минор и ре мажор. Пара пара па пара пара ра па пара пара па пара пара ра па пара пара па пара пара ра па пара пара па пара пара ра. Вот, ну здесь как бы все вроде объяснил. Насчет боя, ну трудно сказать, какой тут бой. Я играю примерно вот так. Я как бы дергаю басовую струну, потом бью, потом опять басовую. То есть получается басовую, вверх, вниз и опять вверх. Как-то так вот. То есть вниз, вверх два раза и вниз. Ну, значит, не знаю, бой объяснить достаточно трудно. Ну вот как-то вот так вот. Сейчас медленно попробую. Как-то вот так. Ну вот, уважаемые друзья, сегодня мы разобрали с вами песню группы «Аукцион», которая называется «Солдат». Ну, надеюсь, все было понятно. Насколько мог,
я детально попытался объяснить. Ну, а на этом у меня все. С вами, как всегда, был Антон Холкин. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Найдете на нем много интересного и полезного для себя. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю вам всем хорошего дня. Все, пока!